21 век. Где лошадиные силы? Ну, кстати, те, кто ценит в машине вместительность, обычно выбирают универсалы и, как правило, отечественные. Но и иностранные производители свои выгоды тоже упускать не хотят. Наш коллега Иван Зинкевич узнал, каких премьер в этом классе нам ожидать в следующем году. Поклонники универсалов есть, и они им верны. Сегодня их производят многие бренды, и у них есть даже свои подклассы. В том числе и небольшой D-класс, в котором представлены как бюджетные варианты, так и хорошо укомплектованные. А что конструкторы предложат нам завтра? BMW недавно показал новое поколение седана третьей серии, и вот на очереди универсал. Модель сильно закамуфлирована, но видно, что разница между ними небольшая. Сзади стильные L-образные фонари. Платформа Clar увеличит багажное отделение и пространство внутри, особенно для задних пассажиров. При этом новое поколение будет существенно легче предшественника. Что касается двигателей, то это будут бензиновые и дизельные силовые агрегаты от 190 до 380 лошадиных сил. Традиционно самая мощная им версия. Презентация новинки намечена на начало 2019 года. Мерседес работает над новым универсалом CLA, но уже видно, что он получился невероятно стильным. Машина выросла в размерах. Новая платформа добавила места и для багажа, и для задних пассажиров. Форма кажется слегка удлиненной, но общее впечатление не портит. Двигатели также достанутся от него. Это 150 и 190 сильные бензиновые силовые агрегаты и версия AMG мощностью до 300 лошадиных сил. Премьера модели ожидается в 2019 году. Subaru проводит испытания новой модели универсала LeWork. Тесты проходят в Германии на знаменитом Нюрбургринге. Внешне это будет смесь Impreza и Legacy, но пока в объективы камер попал лишь тестовый мул, который не скрывает под камуфляжем. Все-таки изменится еще очень много. Известно, что новинка переедет на платформу Subaru Global Platform, как и другие модели марки. Это добавит место внутри и снизит вес, а также улучшит динамику. Известно, что под капотом установят бензиновые двигатели с турбонаддувом и добавят функцию деактивации цилиндров. Это повысит экономию топлива. Более точных данных пока нет. Презентация новой модели намечена через 2 года. Так какое будущее универсалов? Внешнему виду уделяется особое внимание. Здесь у дизайнеров есть настоящая свобода творческой мысли. Возможно, это из-за того, что седаны и хэтчбеки уже поднадоели. Оснащены они будут не хуже своих собратьев в классических кузовах. У всех появится заряд. Версии. А значит, назвать их семейными уже нельзя. Это стильные и даже навороченные модели. Но так как размеры увеличатся, к сожалению, вырастет и их цена. Правда, их популярность из-за этого точно меньше не станет.